Любовь в отношениях – это когда не безразлично, и он с вами резонирует. Вы расстраиваетесь, он расстраивается и хочет как-то приободрить. Вы радуетесь, и он радуется. Это любовь, про которую я говорю. Ну, даже с собственным ребенком. Если моменты такого резонанса возникают, это уже счастье. Уже счастье. Да, вы отвесили своему ребенку в 10 раз больше, чем он вам. И, возможно, когда он решит отвешивать вам, у вас уже 10 лет не будет как. Но, как бы, но если возникает это, искры искренности, вовлеченности, совместности бытия, это уже успех. Это уже стоит того, чтобы вешать. Вот. Отсутствие ответа. Вот проблема. И это, эти мгновения, они нас освобождают от чувства одиночества собственного. И чем больше таких мгновений, чем вы умеете длить их, тем ваша жизнь счастливее.